Ваня, а дай нам, дай, пожалуйста, мою помаду. Это она у тебя? Нет, я имею в виду по... ну, мою линейку. А, я не знаю, где они. Слушай, а где же они лежат? Они... Нет, я не буду показывать, нет. Короче... мы идем в клуб сейчас. Сейчас увидимся с Эндрю, с Городецким и с Владосом Миросом. Давай выпьем, Ань. Видишь, вы жирный, да? Хоть закрыть. Давай. Ой, ну что? Что, ребята, я пью за вас. За подписчиков моих любимых. Давай. На губах у меня, сейчас я вам покажу. На губах у меня сегодня Кайли Дженнер в оттенке Lord. Сейчас выезжаем. Выезжаем в клуб. В общем, я такой на самом деле не собранный, такой вообще нервничаю сейчас. У меня что-то с речью вообще непонятно. Нарастил реснички. Я конченый. Окей. Да, это как-то... пить немножко по-гейски. С трубочками. Да не поправился. В смысле? Да, будет, конечно. Будет Владос Мирос, Дима Городецкий. Все будут. В общем, ребят, что-то мне не нравится, как я сейчас веду себя на самом деле. Что-то как-то... и немножко не очень освещение, короче, в общем, все. Я вас всех очень сильно люблю. Мы с вами увидимся уже в ночном клубе. Всем пока. Белая хата. Вот. Короче... вот такая вот хата. Это я заселился на днях буквально. Она вся белая, она идеальная. Давайте мы с вами покурим. Так, секундочку, может быть шумно? Да, я курю, ребят. Нет, лучше включить. Короче, вот. Я заселился в хату. Это хата моей мечты, потому что она... ой, что это? Это тут соком? Мне, Вань, мне Red Bull как бы. Ой, блядь. Давай побольше Red Bull. Спасибо. Майк, охуенно, спасибо большое. Я после диеты немножко набрал, да. Но не сильно много, немножко набрал, потому что... в общем, было очень много нервов в моей жизни, мне пришлось... покупать новую хату, мне пришлось, в общем, очень много всего было, и поэтому
Ну, конечно, на красный поеду. Я для этого и красился. Мне нравится твой макияж. Спасибо большое. Освещение дерьмо. Мне вообще не нравится. Мои помады выйдут официально. Ой, мне вообще нельзя рассказывать, потому что у меня как бы договор и... Но, окей. Они выйдут в конце ноября. И вы их сможете попробовать, вы их сможете купить. Они просто нереального качества. Я, знаете, мне охота уже написать всем везде, что за качество, где они производятся вообще. Но, к сожалению, я пока не могу этого сделать, но обязательно вам об этом расскажу попозже. Дорого было сделать свои помады? Достаточно. Меня можно найти в Dixie или Пятерочке около моего дома. Да, их можно будет купить в Украине, в Беларуси. Ой, блядь. В Украине, Беларуси, в Казахстане вообще. То есть по всему миру их можно заказать любой. Так что... Ой, Юра, привет. Капец. Недорогие. Дешевле, чем Шанель, дешевле, чем Ив Сен Лоран, дешевле, чем Dior. Но и не такие дешевые, как Max Factor. Ну, потому что я не выпускаю дерьмо, поэтому... В какой клуб едешь? А вот не скажу. Секрет. В общем, ребят, нам нужно выезжать. Все, я вам еще... Да, они дешевле, чем Кайли будут, да, однозначно. Все, я вас очень сильно люблю. Спасибо большое за то, что вы смотрели этот перископ. Я еду сейчас к Диме Городецкому, Эндрю Петрову и Владу Сумеросу.